Всем привет! На обзоре чайник складной силиконовый с радиатором. Трек. Основная фишка этого чайника в компактности. Гибкий пищевой силикон позволяет компактно складывать объем в 1,2 литра. А учитывая, что вы берете чайник, то уменьшение объема – это хорошая идея. На самом деле чайником его можно назвать только из-за носика, а по факту это котелок. Его можно использовать для готовки походных блюд, например, пасту с томатами и креветками, или чечевицу с сушеным мясом страуса, или просто приготовить глинтвейн. В общем, гурманы могут оторваться. Силикон толстый, не содержит вредных БПА примесей. Чайник рассчитан на использование с горелкой, для этого на дне применяется анодированный алюминий. С костром, как вы понимаете, он не дружит. Снизу есть радиатор. Он позволяет быстрее закипеть в воде за счет нагрева элементов радиатора и повысить энергоэффективность и снизить расход газа примерно на 30%. Также радиатор добавляет мягкому котелку стабильности. Крышка прозрачная, видно процесс готовки и есть отверстие под слив и две удобные ручки. Итого, это складной котелок с радиатором, идеальный для 2-3 пользователей. Находите нестандартное снаряжение, оно может стать вашим самым любимым. Чаще ходите в походы. Друзья, пока!